Сегодня утром в 9:08 системы защиты отключили линию электропередач напряжением 110 кВт. По словам заместителя главного инженера Ноябрьских электрических сетей Виктора Устиченко, практически сразу автоматически линия была введена в работу. Однако сбой в электроснабжении почувствовали все потребители города. В жилых домах и офисах в этот момент замигали электрические лампочки. Более того, вследствие внезапного отключения электроэнергии 9 городских котельных и большинство центральных тепловых пунктов, которые находятся в ведении «Энергогаз Ноябрьска», остановились, и уже специалистам этой компании в срочном режиме пришлось снова запускать их в работу. Благодаря оперативности их действий на теплоснабжении жилых домов и подаче горячей воды остановка оборудования не сказалась. В настоящий момент установлено, что причиной отключения линии стало повреждение на подстанции «Ноябрьская», которая принадлежит Свердловской железной дороге. И сейчас сотрудники ЖД выясняют, что именно там произошло. Добавлю, последний раз подобный сбой электроэнергии, который также ощутил весь город, произошел 18 февраля. Тогда причиной отключения стала несанкционированная выгрузка снега под высоковольтной линией. Машина одной из коммунальных компаний Ноябрьска с поднятым кузовом недопустимо близко подъехала к проводам, и система защиты, так же, как и сегодня, автоматически отключила высоковольтную.